Приветствую рыболовы, уважаемые подписчики! Сегодня я приготовлю самую эффективную и в то же время очень простую зимнюю прикормку, о которой попросили меня несколько моих товарищей. Сказали, вот прям сделай самые простые. Я приготовил свои экспериментальные варианты, из которых выбрал всего лишь два, которые действительно работают и вполне как быстрая зимняя прикормка очень хорошо себя показывают. А для этого нам понадобится тара, где мы замешаем прикормку, панировочный сухарь и специя для плова. Желательно, чтобы там не было барбариса, но если он там есть, ничего страшного. 3 столовые ложки специй для плова высыпаем в тару. И желательно, конечно, чтобы... чуть не забыл. Обязательно, конечно, чтобы там не было соли в составе. Но если там есть соль, эту соль нужно немного перебить. Значит, дополнительно сюда нужно будет добавить 3 столовые ложки сахара. Добавляем нашу специю, 3 чайные ложки. Теперь сюда добавляем 200 грамм панировочного сухаря. Все размешиваем. Так, теперь увлажняем нашу прикормку, добавляем постепенно воды. Запах пошел очень-очень хороший. В качестве самой простой, но эффективной прикормки этот вариант тоже один из рабочих. Но каждый выбирает, что использовать на свое усмотрение. Я лишь предлагаю вам всевозможные варианты, с которых вы можете выбрать то, что вам больше подходит для ваших условий. Вот отличный прикормочный шар готовый. То же самое делаем со всей остальной прикормкой. Вот такого размера делаю прикормочные шары. Это я сделал вам наглядно, чтобы показать. Ну и также эта прикормка будет мной использована. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, большие пальцы вверх, обязательно пишите комментарии. Также не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. До скорых встреч, увидимся!